Привет, ребят! Сегодня постараемся разобраться в вопросе, как закрепить на потолке вот такой вот накладной светильник. Ну, он же светодиодный спот. То есть они есть разных версий. Есть такие вот более дешевые с планочками, где с боков крепится шурупчиками. Ну, там закрепляем его, собственно говоря, точно так же, как люстру. Но вот именно в этом споте вот эта ответная часть у меня дома находится. Ну, дальше вы в видосе все это увидите. То есть такая идет большая шайба с тремя отверстиями, и на ней наружная резьба, потом этот сам светильник на него накручивается. Тут фишка в чем? Что кольцо мы наклеить не можем, потому что эта шайба расположена вровень. И, соответственно, тогда будет зазор, это будет выглядеть некрасиво. Можно сделать, конечно, какую-то внутреннюю вклейку кольца, но с этим долго париться. И отверстия здесь расположены очень близко к краю самого светильника. Поэтому, если мы будем вообще без кольца делать, большая вероятность того, что полотно у нас может потом в дальнейшем разойтись или порваться. Вот. А если мы наклеим кольцо, как я уже сказал, у нас будет зазор. Если мы сделаем внутреннюю вклейку, то там, опять же, так как очень близко отверстие здесь, то нету никакого хода. То есть надо очень четко приклеивать, ну и достаточно долго возиться с внутренней вклейкой. Я все это сделал гораздо проще, и сейчас мы это посмотрим на объекте. Но прежде чем мы посмотрим, ребят, я вам рекомендую посмотреть канал Ильи. Сейчас скажете, что я там за бабки рекламирую совсем не профильные каналы. Ребят, во-первых, я это делаю абсолютно бесплатно. И рекламирую те каналы, где парни своими руками что-то делают, что-то снимают. Вот Илья, например, делает кастомные мотоциклы и об этом рассказывает. Поэтому смотрим прирол, а потом переносимся на объект. Всем привет, меня зовут Илья, и я кастомайзер. Более 10 лет я езжу на двухколесной технике, а 6 лет назад я создал мастерскую Birdy Customs, стал собирать кастомные байки и участвовать в выставках. У меня накопилось большое количество знаний, и я хочу поделиться ими с вами. Для начала я купил самый дешевый Ducati Monster M900 и решил собрать из него проект, рассказывая о каждом шаге, тем самым хочу показать, что все просто и достижимо, имея желание. На канале вы увидите сборку проекта M900, обзоры кастомных мотоциклов, а также других кастомных мастерских, комичные тесты и еще много увлекательного. Если тебе интересна тема байков и кастом-культуры, обязательно подпишись и покажи своим друзьям. Вместе мы сможем продвинуть кастом-культуру на новый уровень. Приятного просмотра! Ну вот, ребят, мы и на объекте. Будем сейчас устанавливать вот такой вот накладной светильник. Делает их фирма Электростандарт. Дома у меня светильники фирмы Гаусс. Значит, смотрите, фишка в чем. Если мы просто на ПВХ потолок наклеим кольцо, то у нас получится некрасивый зазор. Вот такой вот в толщину кольца будет смотреться это некрасиво. Также, если мы будем делать внутреннюю вклейку кольца, то, видите, у нас отверстия расположены очень близко к краю светильника, и надо прям их очень точно расположить. Площадки под светильники я сделал вот такие вот из фанеры, ну, естественно, их выставляем по ниточке в один уровень, в одну линию. В чем заключается фишка? Значит, смотрите, берем установочное кольцо от светильника и термокольцо. Берем его меньше, чтобы у нас был, ну, примерно вот такой вот зазор. Далее мы приклеиваем наше кольцо, ну, естественно, немного ждем, чтобы наш клей высох. Вырезаем отверстие в кольце и вытаскиваем наши провода. Затем прям рядом с кольцом я сверлю отверстие. Сверло у меня небольшого диаметра, примерно 3 мм, а использовать саморез я буду при шайбе. У него диаметр 4,2 мм, ну, то есть в самый раз. Можете на 2,5 диаметром сверло взять. Затем берем хороший армированный скотч и армируем сделанные наши вот эти отверстия, чтобы они у нас не разошлись. Закручиваем один саморез с пришайбой. Затем, надев установочное кольцо на одну головку пришайбы, закручиваем вторую пришайбу. Что у нас в итоге получается? Наше кольцо имеет небольшой ход, и оно не выпадает. Для того, чтобы установить светильник, мы немного затягиваем наши пришайбы, и все. И затем накручиваем светильник. Все наши светильники установлены. Не знаю, пользовались ли вы таким способом или нет, но мне кажется, он довольно-таки простой и, по крайней мере, гораздо проще, чем делать внутреннюю вклейку кольца. До новых встреч, пока, удачи всем!